Я помню чудное мгновение. Обратиться к нему можно в любой момент, оно навсегда осталось на открытке. Портреты, иллюстрации, скорее не тени прошлого, а народное достояние под названием «Пушкиниана». Более 2000 открыток в советское время посвятили великому поэту. Коллекция кировского филокартиста Валерия Желнина на эту тему составляет около 1200 открыток. Более 130 из них представлены в зале Дома-музея Яна Райниса в честь юбилея поэта. Есть и наиболее редкие экземпляры, в том числе датированная 1937 годом. Сотни художников обращались к портретам Пушкина и его семьи. Пушкин – младенец. Эта работа хранилась в частном собрании более 150 лет и затем была подарена Дому-музею Пушкина знаменитым актером Якутом. Хочется отметить, что все прижизненные изображения Пушкина гости музея смогут увидеть на нашей выставке. Также представлены фантазийные работы дореволюционных художников. Самые значимые для обладателя коллекции – открытки, на которых представлены работы дореволюционных художников. Выпущены они были в Западной Европе. Это письмо Татьяны к Онегину и дуэль Пушкина. Солнце русской поэзии действительно знает во всем мире и иллюстрирует не только жизненный путь поэта, но и его произведения. Если мы перейдем к моим любимым открыткам, то это, безусловно, работы Виктора Яковлевича Коновалова «Силуэты». И это работы Владимира Александровича Серова, который занимался очень масштабно ленинской тематикой и автор знаменитой работы «Ходоки у Ленина». Полюбоваться экспонатами выставки могут и взрослые, и дети. Пушкинскому высокому стилю все возрасты покорны, а жизнь и творчество поэта остаются значимыми темами в искусстве, в том числе в мире почтовых открыток и филокартии.